если никому не нужно. Че, бои роли? Не? Нет, человек одел их. А. Давайте робота тогда заберем. А потом остальных уже заберем. Так что, давайте ролим это разбор. Ролите разбор. Энджу. Я сейчас выйду, зайду. Фиск, разбирай. Все, поехали. Давайте, чистим роботу. Этих, если что, на последнее оставим. Они просто легкие. У нас как бы хант торопится. У меня файт до сих пор. А? Ну, у меня, я дерусь с кем-то еще до сих пор. Не могу залезть. Да иди сдохни. Иди сдохни в трэш. Нет, хант не торопится. Хант не торопится, но все равно. Как бы закроем, как бы если кому-то срочно надо будет уйти. Я же не могу за всех отвечать. По трэшу все банально, просто взяли, подошли в упор, снесли. Либо набрали рейндж 12. Кому как удобнее. Давайте пробафаемся для начала. Да. Шадоу Брис, что ли? Быстренько ребаф, можно даже рыбу поставить и фласку выпить. Тихо, у нас спанчбоб и пенансхира. Надо кому-нибудь рассказать, как багать хп на танке на этом. Рассказать, Игорь, как багать хп на танке? Надо можешь говорить, как бы это лишняя информация для остальных. Не, ну мне-то без разницы. Слушайте, я пойду умру, у меня будет просто. Быстренько. Хотя... По тактике объяснять, что надо кому? Я думаю, нет. Если что, да. Желтую на второй фазе выносим под правую ногу. Остальные все милишники стоят под левой ногой, РДД у себя в пачке, в кибенях. Слав, ты тут? Да. Да, я тут. А, Войт, короче, так, тихо. Слав, бери Релстон ты на себя. Объясняй перед каждым боссом. Да просто, нет, мы с ГГВП проходили все, 10-ку и 25-ку. Пускай один человек один раз объяснит, чтобы не было вайп. Мы очень много времени тратим. На лишнее тело. Я поэтому и спрашиваю, кто не знает тактику, товарищи. Не стыдно сказать, если я что-то не знаю. Не стыдно сказать, как бы, если вы не знаете тактику. А мы же в одного танка пойдем. В одного. Ну, у меня нету просто ДД спека, у меня только танк. Да хули, бля, я в бою, бля. Кто-то должен умереть, кто в бою. Ну, надо всем падать. Не одному надо всем умирать. Пошли чистить трэш, насрать на этот бой. Рейндж 12, РДД. Рейндж 12, компактоботов фокус. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Черепочек для тех, кто не хочет смотреть. Вытащите оттуда. Компактобок, повторюсь, фокус. Все, заехали по техникам. Дебачатор. Утилятор убиваем, ДК гриппы на каст. ПД у меня подходилось. Все. Сейчас спикнусь с демоном. Ага, спикнулся. Видимо, сзади какой-то моб забаговался. Поздравляю вас. Говорю, ну, у меня я кого-то бафнул. Отлично, быстро умер. Ну, я понял, забагался босс. То есть этот тип какой-то. Кто? Ну, там какой-то еще моб стоит на левой, которого убить можно. Отлично, тогда быстренько умерли об этот трэш. Хотя шумрем босс, зачистили трэш. О! Смерть. Найс. И не будет бага. Да? Ну как бы официально релок не работает в бою.
Давайте моба, там босса сразу. Ну, не, ну это чтобы все умерли. Ну, все могли мобов добить, а потом умереть. Как бы мобов добить, как бы, ну да ладно. Я умер. Я не могу это контролировать. Постоянно просто кто-то заходит в инст, и потом остальные бой передаются. Добейте компьютера хотя бы вот этого. А я что делаю? Давайте, сдох, сдохли, вышли и зашли в инст. Время тратить. Добейте максимум трэш, который можно будет добить. Интересно, что это за моб опять забагался? Сирус.су. Встали. Заходим. Зашли в инст, ребафнулись по дороге и начищаем трэш. А это что, типа, ну, новая мета такая? Этот афлик и демон в рейде в одном? Афликов я не люблю. Ну, как бы у тебя в рейде афлик сейчас? Не, пофиг, если он дамажит, честно. Афлики дамажат больше, чем дестрики в текущей мете. Если человек играть умеет. Еще в ретрика спрятаться, да? Можешь. Давайте заберем последний трэш. Танк забирай. И страту. Давайте все вот добили последнего техника, прохилились, ребафнулись. Максончик, спекайся в дестрик. В Африке явно там уже сейчас не хочу. Мирекс, еда есть? Угу. Поставишь. Поставлю. Сейчас минутку тишины, говорит Спанчбоб. Ставлю на себя метку, пойдемте объяснять страту буду. Так вот. Я спросил, кто не знает страту? Если все знают страту, никаких проблем не будет. Ставлю возле Спанчбоба рыбку. Садимся и едим. Рыбу лучше съели, быстренько ребафнулись. Объяснить. А, пулим босса... Я скажу все. Окей. Пулим босса. Босс стоит перед лестницей. Милишники бьют у левой ноги. То есть для вас даже специально меточку поставлю, чтобы точно никто не прогибался. Вот примерно вот здесь он будет левая нога. Да, много людей хотят рейлить. Никто не хочет собирать. Так вот. Стоите у левой ноги, спокойно дамажите босса. К правой ноге вносим белые метки. На второй фазе. На первой фазе дамажим до 75%. У босса выпадает сердце. Даем героизм, бьем препоты, поты, что у вас есть, сдаем все бурсты, сносим к чертям сердце. Начинается вторая фаза. Вторая фаза началась. Милишники стоят у своей левой ноги, РДД стоят в обособленной пачке на край рейнджа. Рейнджа у хилов, пожалуйста. Синие лужи выносятся из рейда. Опять же, в рейнже у хилов, чтобы вас успели захилить. Если вас не захилит, вы сдохнете. Мертвый ТД не дамажит. Если кидается на танка фиолетовый, его просто прохиливается. У танка есть место примерно для трех фиолетовых. Желтую искру выносим под правую ногу, прохиливаем, сносим. Вся тактика на босс. Раскаты прохиливаются. Чёрную метку выносить подальше от рейда, да, но чтобы вас не справа, свалили. Влево, мне без разницы. Главное, чтобы вас смогли достать хилы, и вы не сдохли. Вся тактика. А раскаты они от чего-то гнялут? Раскаты... Физически. Физа. Я мастерал. Я спекаюсь, дай хиду, Мирекс. У искат ты в ДД? А, вот дать. Тут пирс стоит, да. Мне сказали в ретрика спекаться, я просто обычно ловил трэш, тут. А нет, тут в одного танка. Тут в соло танка, танк у трамбовщиков ловит, хламоботов РДД заливают, бомботов тоже РДД заливают. В общем-то все.
понимание. Фласку выпить. Препоты не надо пить. Все. ДК. Подбегай. Под лестницу. Как только подходит, пуляешь. Сильно не вливаемся в босса. А сейчас же можно давать Геру не под сердце. Ну, типа, у него уже... Лучше под сердце. Спокойнее для меня будет. Хорошо? Таланты сейчас куда хочешь можешь выносить, не принципиально. Да. Ты можешь так далеко не уходить, если что, Калант. Финансиро вынос. Ты просто обходишь как бы босс на грани ренжа своего дамага. Приготовились. Говорит, сюда бомбу. Я вынес. Геру сдали, сразу сердце забурстили. Общиков. Все с дамагом, отлично. Все, опять встали по своим местам. У трамбовщиков можно спокойно милишнего кликливать, как бы. Хламоботов слева заливаем. Искру под правую ногу, под правую ногу. Спасибо. Бомбот сзади, отбежали, убили. Искру залили. Понял. Нет. РДД не видит бомбота? Я метку вынес. Начал бить его. Но уже померли. А еще РДД, если вы не будете убивать бомбота, бомбот будет убивать вас. Это понятно, надеюсь? Хорошо. Не проанонсили просто про бомбота, поэтому, скорее всего, они не увидели. Бомбота постоянно спавнится. Вообще-то проанонсили, я сказал. А, тогда сори. Ну, в игре могу в танк спекаться, ловить. Может быть, тихо сказал. Бомботов не нужно ловить, их сливаем. Заливают РДД. Если ты станешь на себя бомботом, ты ваншотнешь милишную пачку. Там этого не надо. Дубль 2. Как бы с дамагом, все хорошо, дамаг проходной. Единственное, что у Ханта все печально. Хант вообще сюда не должен ходить, он еще в макс 25-ку должен ходить. Че у Ханта? Он 220-й, о чем ты, ров? 220-й Хант? Хуже, чем он. Ну, не знаю, значит, что-то с ним не то. Поставь еду. Может, лагает. Или просто в духе гадюки бил все это время. Кушаем еду, не забываем. Хорошо. Жмем на портал душ. Портал душа на камне. Ну, там портал душ, ты что? Ритуал. На, ритуал. Зарабей, все хорошо. Дубль 2, как бы. Повторюсь. РДД, вы должны смотреть вокруг себя. Если бомбот вас зайдет, вы умрете. А, релокнет. Угу. Скажи, когда релокнешься. Как бы босс простой, как пробка. О. Все, зашел. Торчи на пол. Спанч Боб? Здесь. Отлично. ДК, вставай. Видосик, блять. Инта Барбафан. ДК, ты можешь просто сразу залетать на этот... На лестницу. И просто его на лестнице двигать. На будущее. Ладно. Нормально все. Бомбу вынесли на грани ренжа. Все. Дамаж.
Ослабляющий свет вынесли, прохил. Гравитационную бомбу вынесли. Вот так Вов крашнул. Отлично. Бурстим, похер. Хотя он... Не, меня на улицу. Не, мы лайпаемся. У нас танка нет. Все зашли в РДД-пачку, нашли ближайшего бомбота и слились. Что случилось? Просто крашнул ловов? Да, просто крашнул ловов. Все одной большой пачкой бомбота слева зашли. Это же Сирус. Такое бывает здесь. Не знаю, обычно багает из-за кого-то. Не, видишь, у меня сейчас. Не дамажим сердце. Значит, эта херня сейчас наш убьет. Еще один бомбу. Отлично. Не хилим. Как просто надо сдохнуть. Ладно. Спишем на sirus.su. Ты заходишь, да? ДК? Он зашел уже. Окей. У него крышануло на пуле. Весело. Обожаю этот сервер. Заходим. Второй вайп. На физруке. Охуенно идем. Так, все хорошо. Главное не тильтовать, да? Не. А что тильтовать, как бы? Sirus.su. И один бомбот. Все хорошо. Да, а в теории могли с первого трая забрать. Ну, бомбот оказался сильнее. На секунду быстренько. ФК. Блин, какой ФК? Давай убьем босса, а? А, я просто за вторым наушником. Это пару секунд. Окей. Окей. Быстро-быстро ребафаемся. Давайте убьем эту херню уже. Пацаны, короче, хочу переозвучку сделать. Знаете, в пятом элементе этот есть с хуем на голове, короче, негр. Ну. Вот хочу переозвучку сделать, типа, вступаем в гильдию, там все вот, типа, по такую тему сделать. Нет, я буду как бы брать и говорить вам мультипаспорт. Это вот так я буду говорить. Бумбот, бумбот. И как идиот повторять. Просто ладно. У кого есть идеи, какие будут по ходу рейда. Да-да. Фалан. Да, я тут. Отлично, иди вставай. Ребафнулись уже. Хант на пулы дамажит. Ставь босс. Все, заехали. Начали. Все равно бы никто не сорвал. Ты недооцениваешь мою мощь. Спорить будешь, что ты никогда не сорвешь. Соло таргет никогда не сорвешь от ДК. Спорить не буду. Просто сделаю, да? Да, я демон без талантов. На минус агро. В аркане старого легко. Бомбу вынесли, Геру дали, в сердце заехали. Учить никого дамаж, надеюсь, не надо. У всех вроде все с дамагом хорошо. Мы с огромным запасом убиваем. Чекаем на бомботов. Хламоботы справа сзади. Убил я бомботов. У трамбовщиков ДК. Хламоботов зарили? Право, хламоботы. Отлично. Бьем. Бомбота там нет уже. Под правую ногу. Халан. Под правую. В искру готовьте заехать. Хламоботов добили? В искру заехали. Бомбу вынесли. Максончик. Спасибо. Заехали в босс. Где? Не, прохиливаем. На следующую гимн сдаешь. Искру.
Фридом по возможности в бомбу кидай. Правую ногу бомба. Молодец. В искру готовимся заехать. Прохил. Молодцы. В искру заехали. Пала на прохил. Гим давай. На хп. Савы нету, бернуть. Понимаю. А у тебя два приста, ты мог бы просто сказать, кто должен давать гим. Для этого как раз нужен войс. Вот сейчас второй шп споет гим. Второй шп, кастуй гим. Кастуй гим прямо сейчас. На хп. Понял, минус два. Поздно. Искру добиваем, по возможности. ШП подхиливай. Искра, правая нога. А, танк, простите. Искра на танке, забрали искру быстро, подбежали РДД даже. Дайв какой-то. Массакр. Поздно. Какая, в ретрике нет у меня массакра. А, блять. Привычка протика. Привычка протика, простите. Прохила надо еще, да? Что с прохилом? Как насчет того, чтобы геру давать не на сердце, а на раскаты? Дамага хватает. Хватает урона. Да, оставим геру на потом. Да нет, тут хил третий нужен. Да, как бы, что с прохилом? Третий хил? Нет, третий хил тут не нужен. Это в два хила делается. Не, у вас чел в холике. У нас холи прист. А у вас холи прист, у вас не ДЦ. У нас холи прист, это должно прохиливаться. Ну, типа, по ДЦшникам все намного проще. В курсе, все защилдованы и все. И там, типа, урона двух раскатов вообще в молоко уходит. И дальше ну, там два чина. Ну, хочет в холике играть. Он на в ДЦ. Ой, в ДЦ, простите. Оговорка. Ну это, я вчера ходил, как бы, робота не могли захилить, хпал с ДЦшником. И я спекался в эрдру третьего хила. Да вы рофлите, что ли? Ну уже контент зарезан, ну босса даже 5 лимонов не, нету не, хп. Это все понятно, ты это 100 раз повторял. Дело не в том, дело в индивидуальном хилах. Не вывозит, понимаешь? Прист не вывозит, или шаман, или что-то. Шаман вывозит. Шаман если вывозит, значит прист что-то не вывозит. Приста пролетела метку, как бы ты даже с меткой можешь гимн прокастовать, если что. Из-за того, что была метка. Если бы я его начал кастовать, я бы сдох. Для этого ты орешь, второй прист, кидаешь гимн. Ты говоришь, на хиле метка. У тебя есть войс. Мы для этого сейчас сидим в дискорде, а не идем по гарейдам в 10 рандомов. Ладно, потому что все могут что-то сказать. Сейчас. Ты можешь сожрать камень. Ты можешь просто кастануть долбанный гимн и сдохнуть. Сейчас, но при этом рейд выживет. Два гимна на КД. Надо в три хила идти, потому что в два не убьется хила. Ай, прилив. Прилив КД. Два гимна в КД. Ждем 3 минуты. Можете перекурить. Не, ну типа ты сейчас реально говоришь, что в три хила надо идти? Угу. Ну это... Это правильно абсурд. Говорит. Хоть и абсурд. Это абсурд. Понимаешь, когда ульда не была зарезана, реально вообще не была зарезана, я пришел на первом КД и убил этого босса с двумя хилами. Да я тоже убивал этого босса с двумя хилами. Ну, ты пойми вот такую вещь, что хил хилу рознь. Один хил это один человек, другой хил это другой человек. Таланты разные, персонажи разные, профы разные у людей. Вой ДЦ спек есть? Полиприст. ДЦ потом как-нибудь. Попозже. Какого хера все присты холики? А чё, нормальный спек. Я вон хилил этого... Кого? Сапфирона, блядь. Там сколько? Там 6 хилов. Ох, на 3% меткости спекайся. Там хэпал был первый 6к, и я 6к, блядь, по хилу. Мы вдвоем с ним, считай, хилили. Остальные так, блядь. Ты услышал меня сейчас, да? Не, спекаюсь. Всё? Потому что по-другому не убьется здесь. Нет, оно убьется, если прохиливать будут.
Ну тут ДЦ явно, как обычно, не хватает. ДЦ всегда нужен рейд. Я на раскатах подхилил. Нет, конечно, не в 3 хила. Забей по рофлу, пройдем в 3. Да это не по рофлу, тут ничего такого удивительного нет. Типа, смотри, давай я тебе, хорошо. Успокойся. Железный аргумент я привожу. У тебя топ-3 ДПС это 3 кастера, которые теряют минус 3% хита. Окей, вы набираете, может быть, шмотом где-то эти 3%. Я Геру сдам на сердце, и мы все еще убьем с запасом 10 секунд. Это похуй на этот хит вообще, на этом 8. Окей. Кенанс, остаешься в хиле. Я ШП создал 200-го этом левела. Ноль меткости, понимаешь? Я 5к отдавал уже. Это о чем у тебя таланте, у тебя талант свой 3 тебе дает, и 3% еще другой талант. 6% хита у тебя. Понимаешь? Уже. Ну, ты сейчас говоришь минус 3, и ты боишься, переживаешь за людей. Я говорю, он имеет в виду минус 3 общего. Ну, так а я говорю, ноль меткости, понимаешь? Я создал приста с быстрого старта. Ноль меткости. Я хуярю 5к, блять, понимаешь? Так что за ДПС не переживай. Это 3% крита, вескот. Почитай. А что это говорит? Там, кто приста создал на фаст? Войд, кто еще? Ну ладно. Минуту еще ждем. Да в 3 хилок что ждать? Пошли бить. Я на всякий случай оставлю лучше гимн. Давай так. Как бы, я не заставляю ждать. Давай так, повторюсь. Я лучше убью. Но подожду одну минуту. Колодец. Снимаю. Колодец. Блять. Надеюсь, с талантом. Ой, с глифом. Надеюсь, блядь, меткости хватит нажать мышкой на него, блядь. Ну где-нибудь между миликами и дождиками поставь. А то, бля, мне как-то бегать вот сюда не в кайф. Да на миликах вышли. Два холя приста. Они не сбил. Рча, на пол. Рейд пробафан. Да как готовься пулять? Ну, как бы, по возможности пуляешь. Поехали. Геру даю в сердце. Так, да. Лёша. Да. Ой. Мирекс выбежал. А собрание как будем убивать? В два. В два. Поехали. Геру дали. Сори, жезл на панель не вытащил, не могу пробить. Пойду способ их побью. И все еще дамага с запасом. Все, РДД на край ренжа подбежали. Бумбота грипну с левой пачки. Под себя. Окей. Так что можете даже не трогать. Авентор. Хламоботы справа. Искру залили. Искра в РДД, бомбу вынесли. Пинанс хира. Гимн можно прям сейчас дать. Гимн воид сдаешь, хп. Пинанс если сдохнет, какого хера? Ну, у тебя по-прежнему еще 2 хила есть? Да, у меня по-прежнему еще есть 2 хила. Все, заебись, Пенанс, что случилось? Пенанс, я щиточек кинуть не можешь. Еще на новый сест. Знаешь, хилы не просто не должны умирать, имхо. Искру залили. Спанж Боба прохил. Шедомирекс вынес бомб. Все хорошо. Прохиливаем, хули. Камни жрить. Бля, ну ребят, ну щиток бы хотя бы один дали, бля, с ним ману сажалось. Ёбаный в рот. Значит, пусть сдох.
искру залили. Ты ее таунтишь, мы ее бить не можем, если что. Я думал там. Я думал, вообще Фалант. Прохиливайте, жрите камни. Я не знаю, как вы выживать сейчас будете. Я уже сказал свой сам. Я понял. Пенос, что случилось с тобой? Ну что, он раньше ДЦ был, а сейчас с капрестом стал играть. Ну, в 2 хп-преста не захилить его что, физрука? Вы издеваетесь? Сэр-шамом. Вы что, сэр-шамом? Сэр-шамом. Да, ты причем Ршама забыл. Скинул щиток. По дороге я на себя кинул рынюшку, начал кастить связующее. Не успел докастить, ну, то есть помер. То есть, если бы меня подхилили хотя бы разочек, то я бы не умер. Все. Ну, ты там один умер, а ну-ка стани в себе флешку, ну в чем проблема? Я отбегал под искрой, алло. По одной хилке в меня кинули оба хила, пока я отбегал. Понимаешь, если ты остановишься, ничего страшного не случится, если ты вкинешь в себя флешку. Понимаешь, что-то, если вариант сдохнуть и не хилить, и не сдохнуть, но хилить, но при этом продамажить всех ДД, надо выбирать второе. Может быть, проблема в том, что, грубо говоря, не разыгрались, и мы сейчас заберем предыдущих двух боссов и потом дадем физрука уже разыграть. Какой, ну не разыграйся, ну что мне вот. Не, ну я предполагаю. Прошу прощения, в 3 хила не захилить физрука. Не, типа я понимаю твою боль, я понимаю вашу боль. Мы в 2 хила закрывали его в изи. Я понимаю, что в чем-то есть проблема. В 1 хила закрывается, если что. Я знаю, что в чем-то есть проблема. Который соло захилит. Фул ульдуар почти. Ладно, это все хорошо, но это сейчас не поможет ничем, что вы там знаете. Давайте, блядь, пуляйте нахуй еще раз. Прибав. У вас гимны сейчас от КДшились, нормально все? У Воида никогда. Ну, когда. Все, у остальных есть. И да, держу в курсе. У тебя крылья, сука, были. Простите. Кинь по ИССу на этих крестов, значит, наверняка уже. Коли престол берут ради крыльев. Кстати, ну реально у него уже крылья были. Кнопку, наверное, не назначили. Тогда нахера хули преста брать? Флешками связующим может ДЦшник хилить. У него еще исповедь есть. Ой. Конечно, испытание веры еще не вкачал. Ну как бы честно, я не хочу вайпаться, я сюда пришел закрыть это все, честно. Молитва чаяния можно вкачать. Че? На баф на. ДК подходит, пуляешь. Хорошо. ДД рендж 10 набрали. Хилы по центру стоят. Ладно. У Лока можно бета включить эту штуку, которая хп дает? Да, она включена. А, просто до меня не достает, видимо, ладно. Да, все нормально. Варп, пускай на АП кричит, да. Там ему АП надо. Че, кого из РДД было сейчас непонятно, команда рендж 10. Молодцы. И что хан делает в мили? Авентер, крикни на АП, пожалуйста, друг. Геру дали? Забрустили. Блин, ну сзади вас этот идет. Бомбот, если что. Но я его поймать не смогу. Как бомбот сзади справа залили. С двух сторон. Забили болт на разрушение на босс, забили хламботов и забили бомбота сзади справа. С другой стороны тоже идет, если что. Также с дальних также идет. Отлично. Бьем босс. Клеваем у трамбовщика. Авентер. Правая нога. Отлично.
Сзади, слева, бомбота, искра. Ой, хламобот. Искру залили. Неистово херачит. Искра очень долго падает. Воет Ким. А, Воет Ким не может. Пинанси, Ким. Гимна я не увидел. Ну, видишь, даже без гимна хорошо прохиливает. Ребята, пацаны, искру бейте. Воет право вниз. Чё я искру один бил? Объясните мне. Искру убили. Воет выбежал. Искру залили. Спанч Боб выбежал. Отлично. Это похоже на великую победу Орды, если что, ребят. Пиздец какой-то. Цирк. Искру залили. Вескот. Танка похерьте, пожалуйста. Спасибо. Искру залили. Заебал. Ну блин, у тебя там эти хилы высохли, если что. Тотем прилив, Воет поет гимноман. Я не попомню. Не прохил? Наверное. Ну у него, наверное, встать есть. Наверное. У меня есть встать. Он встанет, но... и он встанет в лужу. Я встану в лужу, да. А, ты в лужу. Меня раскаты затормозили, и я не успел выбежать. Искру залили. Фалан сейчас сдохнет. Ну я вжрался, нормально все. Блин, ну... Эти лужи не пройдут, да, в общем? Пройдут, но очень-очень не скоро. Ближе. У меня все еще два хила, которые должны это выхиливать. У тебя уже ДПСа нет. Это темы потерял, который дает бурс. Не страшно. Ну, вы потеряли только одного ДДшника, если так посмотреть. Ну, мы потеряли тебя. Двоих. Если повторить, так-то двоих. По факту. Ну, согласен. Ну, ладно. Паулан сам пока жмется, как может. Окей. Дужить. Искру забили. Ногами. Надо раз этот гимн дать, наверное. Свои сейвы давайте. Гимн уже КД. Блять. Рано протонулся. Ай. Давайте, ребят, 2 миллиона осталось. Искру завили. На ману есть у тебя пинанс? Нет, они уже сдали его все. Искра вторая еще. А бутылочки на ману есть выпить? Может быть, у кого-нибудь? Раскаты. Мне кажется, все, вы не переживете. Искра еще одна. Да, не переживет. Не, maybe. Все. Чем больше вы держитесь, тем больше обиднее будет, если вы все умрете. Вот это самое смешное. А нам и на следующий раскат умираем, если что. Ну да, есть такое. О, видишь, чекай. Ну вот, это недостающие 4к ДПСа ханта и живой хил, если бы шаман был, и в одной пати хилы должен быть. Хильте, 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 блядь. Нет, ты умрешь, умирайте. За луж зашли. Я, конечно, понимаю, это рофл рейд какой-то, но все-таки. Пенанс, это, что с тобой? Это гильдия ГГВП, если что, на секундочку. Да, ФК, на секундочку. Ульдуар. Ну, это не первый статик, все в порядке. Ну, я знаю. Я, да, типа... Если бы это был первый статик, я бы вышел просто отсюда.
Не, ну типа все плюс, ну, 210 плюс, ребят, ну это... 3 хила, ну это же не серьезно. Мы в 3 хила не захиливаем. У меня сейчас вопрос... Не, не в 3, там, Ршам-то упал, видишь. Ршам сдох, потому что его не выхилил 2 приста. Короче, врать не буду, ластера и я ливну, я, ну, больше не выдержу, честно. Я просто Мы просто сейчас нормали закроем. Ну, мне тоже не интересны нормалы. Поэтому я шел сюда хэм, и поэтому тебя спросил, типа, хэм, и ты мне сказал да. Но тратить время... Я не обещал, честно. А, я Спанч Боба... Ты со мной разговаривал, да? Да. Ну, типа, извините, конечно, но я... Если у меня 2 хила не вывозят, как бы, у меня вопрос к следующим боссам, как мы будем вывозить, как мы Фрейю просто... будем дамажить. Я вот тебе говорю, я вообще удивился, я вчера ходил, робота они не могли в 2 хила пал с ДЦ захилить. Я в Ирдру спекался, и тогда убили робота ХМ. А пожарника сделали ДЦ и ХПАУ. Я вообще удивился. Да, скиньте сейвы свои, чтобы этим хилам меньше хилить было. Хотя они массом хилят этих полиплистов. Окей, я в курсе, пожалуйста, Локи. И ССК мне киньте на престол. Когда? Были. Окей. Берите камни. Если вы прорвете еду, ничего страшного не будет. Она на 25 тел рассчитана. Там вроде больше кликов на нее, нет? 40 там, что ли? Да, на самом деле больше. Но есть такие люди, которые успевают накликать столько, что никто не получает лап. Да, есть такие люди. А есть такие люди, которые роботов три хила прохилить не могут. Сделай, пожалуйста, в одну пати шамана к пристам, чтобы когда он тотем поставил на ману, нам ресало. Сделал. И может там какой-то есть этот, кто он, ночнорожденный или только там вот эти петухи? Стоп, подожди, у нас еще ночнорожденные есть? Не, если нет, есть. Нету такого. А, ну ладно. У вас только два дрене есть. Фух, точно. Что, готов? Осуждаю два дрены. Поехали, как вы. Я осуждаю вайпи на роботе в 3 хила. Вот это я осуждаю. Ты думаешь, у меня самого же нет кринжа? Типа, ну это типа реально рофл жесткий, типа. А это знаешь, на что похоже? Это, короче, когда этот. Когда X3 открылся, я только туда зашел, короче, и челик, ну, типа, мне рассказал друг страту на этого. На Грула, где челы не могли просто этот, когда стягивают всех, они просто не могли друг от друга отбежать, вот. Не знаю, ну вот, у меня самые такие... Войд, как бы ты можешь в бок отвозить на первом и в первой фазе, если что. На первой фазе не спавнится искра. Мы спавним ее под правой ногой, чтобы как бы милишники могли кливать ее. Далее, Гейру забили сердце. Бумбот слева идет от мусорки. Я его себе грипну, можете не бить его, я его грипну. Опа. Бумбот. Нормально. Я все поймал его. Ломобот справа. Искра. Искра, ой. Нет, не искра. Два... Искра, это подо мной, на мне же висел. Окей, я не видел. Под боссом скрам. Мы заявые делать. Убиваем. Void. Void нету. Penance. Сдавай сразу, Кин, без команды, пожалуйста. Красавчики, парни, две искры прохиливают. Забить еще теперь. Третий сейчас появится, кстати. Забили искру ногами.
Гимн можно прямо сейчас дать гимн. Гимн Пенанс, пожалуйста. Спасибо. О, красиво. Еще один гемм же, да, остался? Минуту когда. Ну, вот как раз. Фридом, пожалуйста. А Фридом тут не работает. Работает. Ну, на мне не работает. Ну, не знаю, мы с этим. Залили. Фридом работает на гравитационочку. Ой. Бля, Лок, ты в своем уме? А у вас шаман вылетел, кстати, ребят. Ты там на приколе каком-то? Маскончик? В смысле на приколе? Ты видишь, что ты подошел ко мне, нет? Портанулся, лужу подо мной разлил. Это нормально? Нет, какого хера ты там вообще стоишь? Блять, я тебе мешаю там или что, я не понимаю? Ну, где-то я в сторону выношу. А, ребят, у меня вылетела игра, я зашел, и я не в инсте, если что. Шаман, это нормально. Не, парни, не, сорян, конечно. Я не пойду в пизду. Все. Смех доволен. Ну, все. Все, расход, видимо. Все, ребят, всем спасибо. Хорошо сходили. Да, всем спасибо. Гильдия ГГВП на секундочку. Ой. Хороший просил. Ну, это, ну, типа, смешно, я прям. Я не понимаю. Я угарнул, три хила. Это выше моего понятия, честно. Три хила не захилить робот. Ну так-то сейчас шаман вылетел. Да, друг, но... мы все равно два хила осталось. У нас два хила осталось, у нас два холи приста, которые просто молитвами это захиливают. Сейчас вообще ну, да, челик. Когда в черной луже ходит. Два тела стоят, конечно, захиливаем. С одним хилом ходят, но это реально, я думаю, это люди, которые умеют играть. Вопрос тогда к тем людям, кто стоит в черной луже, какого хрена они там забыли? Ну, веселились, наверное. Один там не служил, другого. Так будем набирать фору? Нет, забей. Когда повесили, забили одного Левиафана. Просто бред. А зачем вы тогда на холипристах играете, если они не хилят? Я не знаю. Холипристы хилят. Прямо в том, что у холиприста есть один единственное преимущество над всеми хилами. У них есть крылья, которые не могут кидать по КД, чтобы выхилить даже одну цель. Просто. Ты кидаешь крылья, кидаешь флешку и цель на фулле. Я вон стоял и хилил, бля, ебая. Прямо мало нахилил, бля. Ты какая разница? То, что ты хилишь, это уже проблема.